Буду утилизировать джинсовые штаны, вышедшие из употребления. Попросили сделать мне подставки под горячее. Вот сейчас я их буду резать, кромсать, вышивать, собирать. Покажу, как у меня происходит это в готовом виде. Я уже нашила несколько фрагментов. Сейчас покажу. Вот. И вот. И вот тут. Вот это я потом буду все резать. И вот тут. Вот разные. Разные. Такие. Потом покажу, что это будет. Здесь еще место для одного листика. А потом уже буду собирать. Моя утилизация ненужных кусочков. Подставки под горячее для кухни. Вот такая изнанка. Еще отрежу ниточки висящие. Это заказик у меня. Там мне знакомая отдала джинсы, попросила сделать ей подставки под горячее. Как я вышиваю процесс вышивки. Я показала. Вот результат готовый. Вырезаю тарелку, обвожу подходящего размера. И обвожу, делаю. Вот такая красота у меня получилась. На сегодня моя утилизация закончена. Вот я такие еще насобирала кусочки ткани. Это у меня попросили сделать маски для сна. Несколько штук я отвезла. И вот еще три везу. Идут праздники, мне заказали на подарки. У меня нашлась даже резинка в цвет. Такая к джинсам черная, к джинсовой. Ну, это я показала. А это вот тоже, кстати, два кармана. Тоже оставила я их под горячее, обрезала плотно. И такие прекрасные будут подставки под горячее из двух карманов. Вот такая утилизация получилась.